Давай, Россия. В эту субботу в республике, как и по всей стране, пройдет Всероссийский день бега кросс-наций. Тысячи кроссовок будут покорять дистанции во всех районах и городах республики. Главный старт в Чебоксарах. Маршрут тот же, что и в прошлом году. Старт будет даваться у монумента матери, там же будет стоять сцена. Вот. Потом по набережной в сторону дамбы, затем с дамбы на Красную площадь и на финиш через пешеходный мост. Кросс-нации стартуют в 12 часов. Первая дистанция в 4 километра. Другие варианты забега на 1, 6, 8 и 12 километров. Стать участником просто. Регистрация проходит на стадионе «Энергия», а в день соревнований – в Чувашском драмтеатре. Там же можно будет получить порядковый номер. В прошлом году в Чебоксарском забеге участвовали 16 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не меньше.